Ваша задача просто вот так вот держать это, чтоб я был в кадре. Так, готовы? Так, вы готовы? Запись идет? Так, давайте. Михалыч, это ты что ли? Привет. Блин, так, никаких привет. Понял. Просто окей, давай. Ебать. Ну я сейчас покажу мастерство. Михалыч, ты что ли? Блин, здорово, я вообще, я лучше твой подписчик, я смотрю твое каждое видео, и ты лучше. Так, блядь, ну... Я Антон Степанов. Блядь, снег. Так, давайте еще раз. И я тоже что-то там это... Так, как это? Михалыч, ты что ли? Блин, круто, я каждое твое видео смотрю, обожаю тебя смотреть, почай только так заходит. Все, готовы? Погнали. Блин, Михалыч, ты что ли? Здорово, капец, я каждое твое видео смотрю, ты супер, ты лучший, почай, только так заходит. Я Антон Степанов. Громче, громче. Громче. Я Антон Степанов. И в камеру, смотрите. Понял. Знаешь, вот так. Я Антон Степанов. Понял? Да, да. Итак, готов? Раз, два, три. Я Антон Степанов. Бать, как думаешь, нормальная тема? Ну, раз батя одобряет, значит, снимать можно. Бать, может, поможешь? Ну давай, рыбач. Клюет хоть? Что это за грипсы, Михалыч? Почему их так мало? Грипсы, ну. Блядь! Да что за грипс? Ты у меня грипсы эти с компотом в голове. Ну давайте еще. Вон еще, Мерседес. Что это за спицы, Михалыч? Почему их так мало? Давайте еще разок, еще раз. Я готова. Еба, вот это актер нахуй. Еба, да ну нахуй. Я бы. Ты вырезай. Да, да. Не, все, заеб. Все отлично, снято. Так, что у нас получается? Это отдельно, понимаешь? Надо было не рыть. Сложно, пиздец. Нет, это в следующий раз, короче, дверь будет закрыта. Вот ты. И просто ручка такая, понял, дергается вот так вот. Ну вот и стук. Так, давайте еще раз. Ага. И потом я сейчас закроюсь, и вы просто ручку дергаете, потом стучите. Сначала главное ручку дергать. 5 секунд уже ждите. Да, давайте. А вы начинаете шипеть. Снимаешь? Так. Фокус не на тебе. Все. Ну что, мужики, очередное пробить, бля. Это, готов? Режь камеру, да засунь в колесо. И пробиваться не будешь, и спускать не будет. Так она уже тут стоит. Ну так еще засунь. Отлично. Михалыч, если откручиваются болты, так ты открути их, а не откручиваться не будет. Все, съебался, давай заново. С мамкой, блядь. Непостановочные кадры. Реально. Наш актер домогается до детей. Пиздец. Что происходит? Такое только в Барнауле возможно, понимаете? Все ради блога Михалыча. Вообще офигеть, это я сам в шоке. Да ладно. Он договорился. Повезло. Сейчас, почему ты голову проходит? Только постарайся сделать такой голос. Михалыч, а почему ты GoPro не купишь? Такой с вопросом, прям действительно, как будто ты не понимаешь. Окей, ну ладно. Давай тогда какую-нибудь команду, чтобы. Я понял, когда ладно, ты. Ладно, все просто говори хлопните. И все, когда хлопните. Он снимает. Там, типа прямой кадр. Да. Михалыч, а почему ты себе GoPro не купишь? Блин, ты офигенный, вообще нифига. У нас бы тут никто так. Блин, вообще классно. Спасибо тебе, дружище. Не, я, конечно, думал, что это будет круто, но не настолько, офигеть. Так, ну что, готовы? Можете начинать, господа. Смотрите, пацаны, это же Михалыч, да? Да не, это не Михалыч, у него велик другой. Да 100% Михалыч. Ага, может, рядом с ним еще и Антон Степанов стоит. Не хрустите втулкой, либо едете фей. Все, готово. Так, что у нас там дальше? Бля, бедный байк Максона. Выглядит это примерно так.
Давай ты иди проверь, вдруг не Михалыч. Или не, вдруг не надо, просто это. Давай ты иди, ты, твоя очередь. Или что-то в этом духе. Короче, импровизация. Ну, не знаю, что-нибудь просто это. Давайте, процесс пошел. Давай, иди, иди. Ты же Михалыч да, хотел позвать. Да, давай, иди сам, давай иди, сам. Иди, давай. Ну, давай. Михалыч. Бля.